Он представляет меня знойной, горячей женщиной с обложки, всегда прекрасные манеры и поступь мягче, чем у кошки, белье на тоненьких бретельках и нежный легкий макияж, всегда с задумчивой улыбкой беру мужчин на карандаш, да горяча. Жара за 30, а мне уже за 35. Тут и давление, настроение умеет, знаешь ли, скакать. Сижу с черешней на балконе, в огромной майке школьных лет. Он пишет мне по телефону, и я взял нам в оперу билет. Согласно общему дресс-коду, надену лучший свой наряд. Пусть вспышки камер телефонов такими нас запечатлят. А там спустя годок и более ты скажешь, шествуя в трусах: давай не в оперу, на море, где только ветер в волосах.